Армыстар, құрметті хоккей сүйер қауым. Еліміздің бас қаласында шайбалы хоккейден Қазақстан Республикасы президентінің кубогы жарысы жалғасуда. Бүгін соңғы сайыс күні. Күндізгі матч. Сіздер назарларыңызға Нефтехимик пен Автомобилист арасындағы кездесуді ұсынамыз. Авитю еркін қимылдағы мүмкіндік бермеген. Эберт. Ник Эберт, оның пасы жетті Блэккерге, Блэккер қақпаға қарай соққы, және шайба міне осылайша қақпаға еніп отыр, бірақ ойын таяғы жоғары көтеріліп ойналды, сондықтан да бұл есепке алынбайды. Что шайба защитна. Он сразу показал, что это взятие не защитна, игра высоко поднята. Ну вот, смотрим. Ну там и Голышева клюшка, во-первых, хорошие силовые. Такое можно увидеть даже. А вот момент сейчас, Бобков добивание. Вот он пожар сейчас. Пожалуйста. Голышевке қарсы ереже бұзылды деп санайды, бірақ міне Нефтехимик ойыншылар орналасып алды. Соққы Бобков. Порядин, Авитю пас сұраған. Тағы да соққы. Шайба қақпадан биік кетіп отыр. Жақсы, бір-бірімен пас алмасқан еді. Тағы кім байқалмады. Алыстан бағытталған соққы Бобков. Галимов. Және де есеп ашылды. Кертис Волк қазір ойынға оралады. Ал Романцевтің шығуына 1 минут 55 секунд бар. Бобков қайтадан осы бұрышты жауып үлгермеді. Сидоровтың алыстан бағыттаған соққысы Игорьге шайба тиіп кейін серпілген болатын. Галимов та жақсы бұндай әрекетке дайын болып шықты. Одно стабильно автомобилисты на этом турнире. В каждом матче они пропускают первый. Воробьев осылай пас шығарған екен. Блэкер, Блэкер соққы жасау мүмкін. Блэкер. Своё излюбленное Блэкер сейчас сделал. Здорово, конечно, делал. Ну и Сутницын готов был. Митякин. Похоже было на вне игры сейчас, кстати. Попытка из-за ворот. Где шайба? Шайба у Бобкова. Ну, вот тоже такой эпизод, да? Вроде вот он заехал за синюю линию. Куликов пул жерде артқа шегініп. Бас киімі дулығасы. Сутница снова, заметь, да, перед собой отбивает. Сценарий магнитогорского матча автомобилиста может повториться. Развернули сейчас фланг атаки нижнекамцы. Порядин бросает с кистей Бобков. Причем так отбивает, не видя даже, куда шайба полетела. А Бобков тоже парень габаритный. Попробую вот там вот пространство найти между ним и воротами. Еще одна хорошая попытка сразу после вбрасывания. Так, все равно проходит здесь. Страшно неприятно было. Лещенко. Лещенко. Демы. Лещенко. Ойын тәртібі бұзылған. Лещенко. Тағы да соққы. Жақсы міне. Жеке басын кішевердің арқасында. Мог атать на вершину сейчас. Там два варианта сразу было. Конец. Және де бүгінгі матч өз мәресіне жетіп отыр. Соққа жасауға болады. 72-ші нөмірдегі хоккейші Сергей Купцов шабуылдап көрген еді. Осылайша бұл кезең өз мәресіне жетті. Бірден өл есебімен Нефтехимик алды. Жалғыз шайбаны Ансель Галимов соққан еді. Пока в формате 5-3 вообще ничего интересно. Міне мұз айдында қазір басқа ойыншылар шыққан екен. Бұл міне қауіпті болды. Широков. Смотрим повторы опасных моментов. Но тут можно сказать, что опасные моменты исключительно автомобилиста, потому что они играли практически. Пошел раскат сейчас в исполнении автомобилиста. Хороший раскат. Алана жерде қазір орталық аймақта. А вот и 1-1. Жұдырықтасып жатқан ойыншыларды көріп отырмыз. Бұл Куликов, сондай-ақ Энтони Камара. Екеуі қазір күресіп жатыр деп айтсақ дұрыс шығар. Сансет, ал бұл міне автомобилист командасының шайба соққан көріп отырмыз. Судницын бұл жерде өз командасы қаралмады, өйткені оның алдында Петрищев, сондай-ақ Романцев те сырғанап өткен. Что-то Куликов показал после взятия ворот? Жоқ-жоқ, күшті гадыс қолданған болатын. Более чем достаточно, хочется сказать, но опять же вспоминая, как играли команды в неравных составах, то, наверное, может быть, ничего страшного. Ох, как Лещенко-то забил-то сейчас, но передачи из-за ворот. 11 секунд қажет болды. Еще 2 минуты. Угу.
Лещенко. Ну, Лещенко сегодня на шапку наиграл. Арина, Арина. Брынчки зингдегом толстым до горки мнедок. Мне тогда Осовой инсайта. Рымарев Старченко сразу вспоминается. Попов. Классно, классно. Ушел, увел за собой и игрока, и Попкова заставил отлипнуть от этой ближней штанги. Ну и Лещенко молодец. В касание бросил и забил. Албухателек мне. Ну-ка, два. Два игрока «Нефтехимика» против Бабкова. Бабков побеждает. Ансель Галимов. Дубль же сокол. Жахмула. Смотрим пока за моментом. Галимов. Нет, Бабков, по-моему, сыграл. Куликовтым пасы. Хисамиддиновке жетпеді. Ал енді қазір біз Гиматовтың ұмтылысын көріп жатырмыз. Сокол! Шайба қақпада 3-1. Вот что называется и заигрался автомобилист. Или как минимум на атом. Мне так, да, Курбутрус, Попов, Егор. Здорово, Попов сыграл на собственной синей линии. Ал Эберт, Гиматов, Кегарса, Ештене, Фундралман. Ну и, наверное, вопросы к Попову будут по этой шайбе тренерского штаба. Ну, вот туда Гиматов и выиграл, но только не учел того, что Романцев все это тоже слышал и подкараулил эту задумку. Все. Закончился второй период. Кетті үшінші кезең. Кашников шабуылға араласқан болатын. Два в одного. Автомобилист Голуше. Бросок касания. Вторую шайбу оформляет. И третью для себя на турнире Анатолий Голуш. Где-то сейчас, наверное, расстроился Семен Кош. Голышев мне. Өздерің көріп отырсыздар. Кашников шайба соға алмаған. Ал одан кейін Кертис Волк пен Голышев екеуі осындай шабуыл ұйымдастырды. Судницын бұл бұрышты жауып үлгермеді. Хорошая классическая контратака. Как на тренировке, так и хочется сказать. Два в одного сейчас реализуют. Ну и бросок касай. Галимов. Высоқ жасылы мүмкін жасады Бабков. Шайба не везелігін алды. Тағы да жылдам шабуыл. Майсек. Ну, теперь играем от ворот до ворот. От свистка до свистка. Бабков в игре, Судницын в игре. Галимов и мы. Широков. Командовал на пас. Поменялось звено. Сейчас у автомобилиста и сразу же так скорости немножко вверх взвинтили. Воронков. Шабул да Волган. И можно на Порядина отдавать. Нет, Бучик сам Бучик покатил. Хорошо бросил из-под защитника. Здорово. Не, да нефтехимик-тың уақыты болды қазір шабулда. Бұған дейді автомобиль шабулдаған еді. Енді міне Бабковтың еңбек еткен. Бучик сопку же сопку. Эберт вернулся на свою позицию, но Волк, правда, не сумел ему с первой попытки отдать точно. Месси. Судницын, Судницын! Подстраховали его сейчас и Петрищев, и Сидоров. Молодцы. Мне так, до своим сетым курводом с Эбертом шарптерген пасы. Опять Петрищев перед глазами Судницын. Леккердым пасы Романцевке арналған еді. Куликов. Романцев. Шайба. Қақпада. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Данил Романцев. Есепті теңестірді. Александр. Есепті теңестіреді. Барыспен де осылай болған. Міне бүгін Нефтехимикпен де солай болып жатыр. Я так понимаю, они сравнивают счет только когда три пропускают. Міне тағы да осы ойын сәті. Романцев бұл жерде. Ансель Галимов, Романцев. Попов. Шайбан тоқтат алмаған. Авитю Шемеров. Яғни біз овертайм көреміз. Осылайша 12-ші мәрте өтіп жатқан Қазақстан Республикасы Президенті Кубогында 2-ші рет овертайм.
Однако, вроде бы... Эберт, Волк, Волк. Удаление будет сейчас. 4-3 будет играть автомобилист Кертис Волк за работу. Воробьев. Уинтер топ бузды. Шайбан шығаралмады. Кертис Волктың пасы. Эберт соққы. Шайба қақпадан қиыс кетті. Ал бұл жерде Петрищев. Петрищев. Жылдамдық жете ме? Соққы жасаға уақыт жетеді. Жоқ. Біз сіздермен бірге буллиттер соққысын көреміз. Ну, поехали. Егор Попов. О-о-о! 1-0. Егор Попов. Жақсы соққы. Тоже не стал сближаться. Что, смотрим. Ах. Попков. Вроде как качнул. Кертис Волк. Нельзя было. Да и со второй попытки, если бы даже и забил, бы не засчитали. 1-1. Кстати, тоже сегодня один из героев матча, как по мне. Ну что будет делать? Так по широкой дуге. А! Сходит шайба с крюка. Ну вот он поехал туда, где, может быть, не так идеально почистили площадку. Голышев. Анатолий Голышев. С неудобной. Да. Но так, я бы сказал, без изюминки особо не напрягался Анатолий Голышев. Порядин, шығатын шығар я, қазір. Они так смотрели, думали, ждали, кого отправят тренерский штаб. Даниил Попов. Даниил Попов. Даниил Попов. Даниил. Попов. Попов. А, гол. Гол. Это гол. Завалилась шайба через щиток. Екі Попов. Бүгін Поповтың қақпасына шайба соқты. Нужен еще третий Попов. Да-да-да, вот туда она. А? Не Неучевкінде есімін атаған едік біз. Ал Виктор Декурик. Ой, ой, ой. Это гол за бросок клюшки. Ну, Судницын тут, конечно, раньше времени завалился, и поэтому понял, что его уже объехали. Авитю? Ну ладно, Порядин поехал, может быть, Авитю еще выйдет. Порядин, Бобков, Бобков, Порядин. Победитель выходит в этой паре Порядин. Что-то еще успел сказать. Широков, Судницын. Ах, Судницын выходит победителем. И, соответственно, Нефтехимик побеждает 4-3. Уличный день. Турт на тиже смену. Слайша мне Нефтехимик команда сэм. Жинский жит вотер. Негізгі уақытта жеңіске жетуге болжет. Нефтехимик командасына, бірақ мне овертайм. Одан кейін буллиттер соққысын көрдік. Нефтехимик командасы жеңімпаз.